Ой, сейчас денежку сниму, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А ты денег захотел, да? Фу! Вот твои денежки! Лови, дружище! Деньги обналичены! Говорящий банкомат! Где? А, да не, слушай, не боись, это не банкомат говорящий, у тебя карточка Рокетбанка волшебная! Правда? А можно мне 1 000 000 баксов тогда обналичить? Нет, но зато можешь получить бесплатный комикс и принять участие в розыгрыше игровой приставки. Хм, тоже неплохо. Так с кем я говорю? Ну, вообще, в данный момент ты ни с кем не говоришь. Ты лежишь в коме и видишь этот странный сон из-за того, что услышал уведомление Рокетбанка с телефона под ухом. Баблишка! Ого! Приложение Рокетбанка помогло мне выйти из комы! И все благодаря озвучке от Синдука! Да, все благодаря моей озвучке и карте Рокетбанка, ведь теперь говорящий сундук есть у каждого в кармане. Ладно, если без шуток и ближе к делу, то мы с Рокетбанком выпустили первую в мире банковскую озвучку. Просто открывайте приложение, включайте звуковые уведомления и... Пойду посру. Стоп, вы еще не клиент Рокетбанка? Ух, тогда вам повезло вдвойне, ведь специально для новичков мы с Рокетом устраиваем ультражирнющий розыгрыш призов. Переходите прямо сейчас по ссылке и регайте бесплатную карту. Если повезет, вместе с картой получите еще и PS4 Pro с китовыми играми. Кроме того, первую сотню подавших заявку в подарок ждет халявный комикс Рик и Морти с моим переводом. Ну прямо калейдоскоп щедрости какой-то! Скорее переходи по ссылке и оформляй карточку Рокетбанка. Для лиц старше 18 лет. Эй, ну у меня уже есть карта Рокетбанка, а я тоже хочу PlayStation! Не беда, просто введи свой номер мобильного, привязанный к карте, и ты тоже будешь участвовать в розыгрыше. Удачи!